Вот. 55 мой трудовой путь. Четыре человека смотрят. Мой трудовой путь. Четыре человека. И у меня есть суфлер. Гаршин первый, очень приятно. Так, Алексей Бойко. Вы думали, что я за вас забыла? Мои сибиряки дорогие. Нет, я не забыла. Очень тяжело, потому что, знаете, мне кажется, вот вы молодежь, вам хочется вот сразу все, вот, вот в один день, чтобы все у вас, и подписчики были, и просмотры, и слава, и не слава, такого не бывает, мои хорошие, нужно работать, работать, не покладая рук для того, чтобы чего-то достичь. Я честно говорю, я давно не смотрела ваши видео, и я вам скажу, что попробуйте поменять направление, поменять структуру своих видео. Нужно экспериментировать. Нельзя в одном направлении. Никто вам, даже те блогеры, которые миллионники, они никогда вам не скажут, что вот делайте так, у вас 100%. Вот в YouTube там много очень разных мастер-классов предлагают, записываться там на курсы. Ребят, это все, знаете, как говорится, пустой звон. Никто вам не скажет конкретно, вот возьмите, пожалуйста, вот этот вот цветочек, рассказывайте о нем, и у вас будут там тысячные, десятитысячные просмотры. Нет, это нужно методом щупа, методом тыка искать, и где-то вы что-то свое нащупаете, и это будет ваше.